Необходимое для закапывания капсулы времени я уже принес. Сейчас я, ребят, буду начинать снимать. Сейчас я как-то придумаю. Вот так. Самый идеальный способ. О. Камеру держать. Все, могу начинать закапывать. Ребята, я начинаю закапывать капсулу времени. Ребят, я взял дополнительно пленку. Сейчас буду обматывать. Капсулу времени тяжело заматывать. Но придется. Ребят, короче, я буду заматывать капсулу очень долго. Пока, ребят, мы поговорим о War Thunder. Там хитовый онлайн-экшен. Вышло новое обновление. Танки, все улучшилось. Ребят, заходите в War Thunder и играйте абсолютно бесплатно. Игра большая, весь мало. И, короче, игра того стоит, ребят. Врывайтесь в игру и сражайтесь за нас. На War Thunder ссылка в описании. Под этим роликом. Ну, а мы, ребят, вернемся к обматыванию капсулы времени. Пензель выброшу. И буду обматывать. Приступаю к обматыванию капсулы времени. Потом ее открыть. Раньше... Не буду я открывать раньше срока. Открыл, когда уже будет 31 октября. Очень жалко. Пока что я не обмотал дополнительной фольгой. Так, ребята, простите за нетехнические неполадки. Просто я взял не ту пленку, понимаете, ребята. Я взял, короче. Вот, короче, мне очень жалко. Нет, мне ужасно жалко. Сейчас я ее обмотаю. И обмотаю эту капсулу времени. Блин. Обматывание оборвалось. Так, ну-ка. А да, вот с этой стороны надо обматывать. А, блин. Чтоб тебя обматывание кончилось, придется собрать и обматывать. Закопаю без пленки. Так, хорошо, я ее закрою. Короче, ребят, капсулу я обмотал. Вот вы можете обратить внимание на то, что я ее как-то обмотал, ребятки, дополнительно. Сейчас еще обмотаю. Я думаю, ребят, хватит. Я ее обмотал уже достаточно. Достаточным количеством. Должна вроде бы не промокнуть. Так, она прочность. Сейчас. Теперь нужно закрыть все углы. Неля, принесите, пожалуйста, фольгу. Ну, я хочу обмотать, чтобы капсула не намокла. Принесите. Ну, поможите мне хотя бы с пленкой. Нет, нельзя. Мы не должны.
контейнер такой взял. Бабушка дозволила тебе контейнер взять. Да? Чекай. И я еще обматываю дополнительно. Встань. Тут маке на крутой. На вот пищики, как я буду сейчас закапывать на капсулу времени. А знаете, какую я ее открою? 31 жовтня. Я как раз на маму день народження. А мама коли? 31 жовтня. 31 жовтня? Дай. Я как раз на Хэллоуин. 1, 2, 3. А далі вже я не лякаю. Чекай, я підтримую тебе. Хочу. Ната, я обмахую. Давай, ти дополнительно. А тепер давай таку повернемо. Ось так, тут знову зламається. Поспішили, так? Знову. Один бік накручується, а другий бік накручується. Все? Достатньо цього? Да. Ребят, это, думаю, достаточно. Я его сейчас проверю. Да, вроде бы. Теперь пора закапывать. Идемте закапывать, ребята. Короче, мы идем, ребят, закапывать там, где хорошо и не будет мешать нам. Капсулу нужно закопать в хорошем, надежном и очень глубокой яме. Чтобы она не стала чем-либо из-за состоянием. А чтобы точно удостовериться, я ее зарою. О, под тем старым дубом, ребят, я ее зарою. Эту капсулу времени. Чтобы ее там никто не нашел. Это дополнительно обмотал пленкой, так что она не водопроницаемая. Все, начинаем копать, ребят. Если я не поставлю, как телефон.